Классическая музыка на перемене. В Тампонской многопрофильной гимназии решили привить ученикам музыкальный вкус. Теперь они с легкостью отличают Баха от Моцарта. Акция «Музыка вторника» проводится в рамках месячника психологического здоровья. Подробности далее. В Тампонской многопрофильной гимназии в рамках месячника психологического здоровья проводится акция «Музыка вторника», посвященная году кино в Российской Федерации. Сегодня классика, в другой раз мелодии из кинофильмов. Так педагоги Тампонской многопрофильной гимназии приобщают учащихся к прекрасному. Каждый вторник во время перемены для гимназистов звучат шедевры классической музыки российского и мирового кинематографа. Они знают классическую музыку, интересуются ею. Произведения, конечно, были все жизнерадостные, веселые для того, чтобы поднять детям настроение. Дети рады такому новшеству и с большой охотой угадывают мелодии, вписывая авторов и названия произведений в стенд ответов. Как показали музыкальные переменки, многие дети при просмотре фильмов запоминают музыку. Автор же остается без внимания. А такие вторники помогают детям пополнить свои знания и прививают хороший музыкальный вкус. Когда на переменах звучит эта музыка, я чувствую умиротворение, радость. Нам хочется просто танцевать, петь. Это просто необычно. Ученики надеются, что таких оригинальных школьных перемен станет больше и готовы предложить свои творческие идеи. Галина Чекурова, Александр Жирков, ТВ-гимназия, Хандыга.